новинка. Смотрите. Широкий двойной портал. То есть, что мы сделали? Здесь очень усиленный фургон, ребят, очень усиленный. Все на горячекатных швеллерах у него поперечно, 12-й. Швеллер на подрамнике идет. Это неоновые польские фонари стоят. Классные они вообще. Пачка, да, два тресорника, и вот они, пневмобаллоны. Пневмобаллоны от компании Arite, 1,5 тонны, усиленные стоят. Поэтому вы можете сделать такой проект в нашей компании. По цене это стоит 355 тысяч рублей в базе, 6-метровое удлинение. Все допы, ребят, это все по желанию. То есть, если вы... Ну и напоминаю, что такие проекты мы делаем под ключ. Вы можете приехать к нам, пригнать свой автомобиль. Очередь, на самом деле, сейчас, ну, запись очень большая, очень плотная. На лето уже идет, поэтому можно пригонять еще свою машину, оставлять в живую очередь. Друзья, всем здравствуйте, всех приветствую на нашем канале. С вами Александр, компания Tent Best. И сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали переоборудование Газель Next Firmer до длины 6 метров. Покажу вам все подробно, как всегда, поехали. Вот он, красавец, красавец, великан Next Firmer. Покажу вам вот так. Сделали его для Равиля из города Ставрополь, Ставропольский Next. Колесная база 5495, фургон по размеру 6,05 длина, 2,25 ширина и 2,40 высота. Все размеры внутренние, вот можно, можете посмотреть, когда соотношение колесо. Ну, свес, конечно, не маленький здесь получается, но версия рабочая, работать можно. Тент. Цвет серый, натянуто все как струна. Здесь идет горизонтальный натяжитель, трещотка по низу. Здесь очень усиленный фургон, ребят, очень усиленный. Все на горячекатных швеллерах у него поперечно, 12-й. Швеллер на подрамнике идет. По раме, получается, идет тройное усиление, как всегда, наш кабин серийно хвостовая. Здесь кронштейн запасного, кронштейн под замок. Рукомойник. Рессором, вот смотрите, здесь три листа, там пачка, да, два тресорника, и вот они, пневмобаллоны. Пневмобаллоны от компании Arite, 1,5 тонны, усиленные стоят. Ай, все вообще по красоте. Далеко даже отходить не надо, все рядом. Подкрылки Адамар на трубах. Тут блестит все железочки, каждый болтик. Четко сделано. Боковые, получается, алюминиевые отбойники. Но отбойники красивая опция. Красивая опция. Нам надо, ребят, сделаем, поставим ящик Дакин. 600-ка. И алюминиевый бак на 140 литров от компании Бакор. Штора выполнена вот так вот с передней скобой. Видите, все красиво, ничего лишнего. Вот такие вот ручечки, чтобы ее расчехлять. Соответственно, удобство. Ай, как на солнце переливается. Ворота фанеру сделали в сером цвете, такого же цвета, как и тент, получается. Чаще всего выбирают именно так, чтобы гармонично смотрелось, красиво очень. Водоотливной козырек. Фонари, хочу обратить ваше внимание, вот так вот я приближу его, смотрите. Это неоновые польские фонари стоят. Классные они вообще. Я на свою машину поставил. Вообще бомбовски смотрятся. И такие же фонари в точности. Вот приезжал, когда Ахмед мы ставили. Ахмед, привет. Напиши нам комментарий, как они у тебя служат. Как все в работе уже, сколько месяцев уже, наверное, прошло. Вот эти фонарики. Такие они добротные.
Ребят, в чем их плюс этих фонарей? То, что, ну, на самом деле, те, кто знает, как про них по-простому говорят, поставил и забыл. Поставил и забыл. Ну, правда, ценничек у них. Кусачий мальца. Так. Значит, левую сторону. Здесь Дакин 500. Так, держатели ворот. Дакин 600. И еще один алюминиевый бак. Все идентично сделано. Ай, красиво. Загляну вовнутрь. Новинка. Смотрите, широкий двойной портал. То есть, что мы сделали? Мы сделали усиление портала, то есть помимо того, что он здесь, да, видите, двойной, мы его еще и по низу. То есть до этого мы пускали горячий катный швеллер здесь, дополнительную поперечную, но потом приняли решение, в общем, произвели расчет, и так оно и красивей. Да, смотрите, он такой широкий, напоминает как одного известного автопроизводителя, только здесь у нас идет труба 3 мм, ну, настоящая труба, вот они там, а здесь все четенько. Так. Отбойники. Равиль привез вот свои. Такие вот резиновые с носорогами. Чтобы всю эту красоту не задело. Ой, какая широкая лестница. Такая лестница, на самом деле, она, помимо того, что она не вот от того, что красота там, или ради красоты, наверное, больше, она вес ну, более тяжелого как бы водителя выдержит, кто будет заходить в фургон. Допустим, я вот вижу сотку. Она вообще даже не прогибается, не играет. Внутренняя часть фургона. Обрамление доской. 5 дощечек в ряд. Патенту все вклейки усилителя. Здесь, смотрите, необычное решение сделали. Равиль хотел, ну, на всякий случай, знаете, ребят. На всякий случай, если вдруг, ну, вот он говорит, у меня железо 8,5 метров, там, ну, может появиться, там, надо будет возить. И типа говорит, я обтекатель сниму, и, ну, чтобы вот можно было положить эти листы именно 8,5 метров. Не знаю. Он сам не уверен, что ему это пригодится, но на всякий случай эта опция есть. И получается вот такой сделали полустенок. Здесь поворотная скоба. Здесь стяжки, колечки. Видите, все усилено профильной трубой. На полу по 6 колец грузозацепов на каждую сторону, всего 12, видите, все полы, все на мебельных болтах, то есть это и саморезы, и болты, в общем, максимальную прочность, чтобы получить. Стойки сделаны ломаные на боковой загрузке. Ну, давайте сейчас проверю для вас, покажу, как катается эта крыша. Ну, крыша, что, как по маслу, механизм отработанный. Все крыши уже много раз видели, все знают. На этом проекте очень много, ну, наворотов, и как бы каждый сам выбирает, кому боковые отбойники, кому баки алюминиевые, кому ящики. Вот, кому ничего не надо, есть многие ребята, которые приезжают, и самое главное, начать работу, купив машину. Поэтому вы можете сделать такой проект в нашей компании, по цене это стоит 355 тысяч рублей в базе, 6-метровое удлинение. Все допы, ребят, это все по желанию. То есть, если вы захотите это сделать, вы сможете сделать это, ну, и позднее. Конечно, лучше все вписывать сразу, но работать можно и так начинать, я вам скажу так. Потому что, ну, здесь бюджет
вот в данном случае 460 тысяч рублей, но заказчик тоже тут что-то своими силами, своими руками старался где-то. Каждый пытается, ребят, по своим возможностям сделать. Ну, в принципе, вот такая работа. Заглянем хоть вовнутрь. Покажу вам этого Next'а красиво. Здесь все вычищено. Просто запах идеальный в машине. Парфюмерия. Такая коробка. Машина 17-го, я так понимаю, года. Кресло. Ну, что сказать. Все чисто, четко, красиво. Ну и напоминаю, что такие проекты мы делаем под ключ. Вы можете приехать к нам, пригнать свой автомобиль. Очередь, на самом деле, сейчас, ну, запись очень большая, очень плотная. На лето уже идет, поэтому можно пригонять еще свою машину, оставлять в живую очередь. Естественно, мы вас запишем. И по возможности, то есть, пригнали, оставили, приехали, забрали уже готовую машину. Травилю будем желать успехов. Вам всем тоже. Давайте крепкого здоровья. Берегите себя. Все, с вами был Александр, компания Tenbest. Всем пока.